А что вы думаете про будущее? Я вот думаю ехать туда. Ну что, поехали? Ну, честно признаться, в будущее не так легко-то двигаться или идти. А в любом случае приходится применять какое-то усилие, чтобы до него добраться. В принципе, это из себя представляет всего лишь переезд через мост Эразма. Едем рядом с мостом для метро, и вот столбы этого моста разукрашены различными граффити, и таким образом как бы привносят некий своеобразный колорит в атмосферу Роттердама, вообще Роттердаму свойственны граффити. Некогда в этом здании, да, и сегодня располагается отель Нью-Йорк. И вот мы видим наверху, я имею в виду вот это старинное здание, и мы видим наверху написано Holland America Lane. То есть, как вы понимаете, голландско-американская линия. То есть из этого отеля или в этот отель приезжали путешественники с того, с другого континента и останавливаясь здесь, либо наоборот. Мне удалось перебраться с того берега на этот через мост, прекрасный, замечательный мост Эразма. И сейчас солнце очень так прекрасно и замечательно падает, что цвета просто изумительны. Данная площадка выложена и выстроена из дерева, из досок и, в принципе, напоминает палубу. Конечно же, продумано таким образом, ну, в целом напоминает это палубу, либо спортивные полы в спортзале в школьных школах Российской Федерации. Вот, либо, соответственно, как бы палубу, если у кого фантазия до палубы доходит, то можно и рассматривать это как палубу. И, безусловно, сделали зазоры, чтобы вода могла стекать. Вот такая идиллия и сочетание простой и красивой, красиво сделанной жизни с настоящей, реальной, жесткой жизнью портовых рабочих. Вот это все здесь. В Роттердаме сегодня под пятнаху, народ загорает. Я решил тоже немножко солнечной ванны принять. Ну и вот, в общем, валяюсь тут, расслабляюсь. Главное, чтобы велик не увели, следить за расстоянием от людей. Расстояние между людьми должно быть 1.5 метра. Полиция уже проехала, все проверила. Нет ли больше 3 человек в одном месте. Так что все под контролем. Уже пару часов как, а может быть и несколько часов, как путешествую сквозь, да, не побоюсь это слово, сквозь Роттердам, и наслаждаюсь. Класснее ничего не придумаешь, вообще это мега крутое удовольствие на велике рассекать по Роттердаму и изучать его, открывать новые улицы, восторгаться красотой домов и наслаждаться вполне безопасным передвижением на велосипеде. Ну что, я вам только могу пожелать того же, как только
вы приедете в Роттердам или в Голландию в целом, то обязательно прибегните к моему совету, как выбрать велосипед. Вот. Так что удачи. Ну и это, хотелось бы добавить, чтобы вы не оплошали, что права в принципе не нужны на управление велосипедом по Голландии. Вот. Но не забывайте на велосипеде иметь катафоты, свет в ночное время, чтобы ездить светло и видеть дороги. Вот, иначе будет штраф.